Во дворце спорта «Кона» состоялся благотворительный концерт. Перед зрителями выступил обладатель гран-при конкурса «Славянский базар-2015» в Витебске, лауреат национальной премии «Народный любимец» Димаш Кудайбергенов. Поддержать солиста приехали творческие коллективы из Астаны и Алматы. Отметим, что билеты на концерт стоили от 1 до 2 тысяч тенге. По словам организаторов концерта, все собранные средства пойдут на помощь малообеспеченным семьям.